Студенческий десант побывал в гостях в Министерстве внутренних дел Тувы. В рамках ежегодной всероссийской акции «Студенческий десант», приуроченный ко Дню российского студенчества, студенты Тувинского госуниверситета и СУЗов Кызыла получили возможность пройти кратковременную стажировку в ведомстве. В рамках акции «За заслуги в обеспечении общественного порядка в республике» почетной грамотой от имени министра внутренних дел Тувы были награждены студент Кызылского техникума экономики и права Хойларак Тандалай и студент Тувинского политехнического техникума Минги Далгар. Первым подразделением, встречавшим студентов, стал Центр кинологической службы регионального МВД. Мы занимаемся на совершенно безопасных и не подлежащих никакому уголовному преследованию имитаторах. Далее акция продолжилась в универсальном спортивном зале «Динамо». Бойцы отряда специального назначения «Гром» показали гостям оружие, состоящее на вооружении в полиции. Вместе с тем сотрудники полиции продемонстрировали основные приемы самозащиты и серию специальных упражнений, которые они используют при несении службы. Продолжение встречи между командами студенческого десанта и бойцами спецотряда МВД Тувы прошел зрелищный товарищеский матч по баскетболу, по итогам которого победила дружба.